Заговорить на иностранном языке и открыть таланты помогут уже в детском саду. В дошкольной программе добавится кружков и занятий по интересам. Это предусмотрено обновленным кодексом об образовании. Так, помимо уже существующих чтения, рисования и творчества, малышей хотят учить хореографии, рукоделию и даже иностранным языкам. Всего более 10 направлений на выбор. Художественный профиль, технический, спортивно-технический, туристско-краеведческий, эколого-биологический, социально-гуманитарный и другие. Игры в роботы сейчас стали особо популярны у детей. Главная задача объединения по интересам – это, конечно, развитие творческих способностей детей, возможность раскрытия их потенциала. Детские сады составят программу с учетом пожеланий родителей и, конечно, своих воспитанников.